Захожу и вижу мамин завтрак. Мамин завтрак тут кто-то лижет, да? Мамин завтрак кто-то лижет. Это что за хулиганы такие? Скажи, мы не хулиганы, мы настоящие собаки. Мы настоящие собаки. Как же они меня знают? Ну что, крошки мои, крошки мои. Хорошенькие. Сегодня нашим крошкам 30 дней. 30 дней нашим крошкам, да. Да, хорошеньким зайчиком. Привет, Маруся. Маруся, ты что кормишь детей? Давай сама кушай, иди вон, кушай, кушай. Ой, же Скифушка, Скифушка. Скифушка вчера и водичку уже пил. Скажи, я взрослый мальчик. Совершенно взрослый мальчик. Тихо, не надо. Ким, золотульки мои, вот это вот хвостики. Кто ты так шкодно ходит? Лапушки мои, девочки мои. Спасибо, уважаемые, любимые друзья и подписчики, за добрые слова под нашими видео о прекрасных собачках, о прекрасных собачках, золотых зайках. Да, мои золотые, да, мои красивые, да, мои самые лучшие. Кто самый лучший у нас? Кто у нас самый лучший? Пошла, пошла кушать. Эврика, Эврика пошла кушать. Эврика пошла кушать, помогать маме. Так, кто-то меня сзади уже за шорты-то тянет. Конечно, это Скифушка. Хвостик, хвостик, хвостик. Ой, под мамины грядочки. Вот такие веселунчики. А тут кто у меня еще сзади? А тут у меня Мелисса. Вот так, вот так, вот так. Всем доброго утра и прекрасного настроения. С любовью от наших маленьких собачек из Крыма. Вот так.